В этом году в Терентьевской больнице станет уютнее. Этим летом начался ремонт детской поликлиники. Главный врач учреждения провела экскурсию по объекту и рассказала о том, что уже успели заменить и отремонтировать. Вы видите, у нас уже проведена замена окон, полы заменены, выложена плитка, подготовлены стены для покраски и штукатурка проведена. Ну, в общем-то, уже большая часть работ, грязная, такая черновая работа, завершена. Поликлинику обещают сдать в октябре этого года. Родители малышей ждут открытия, ведь им пообещали удобную регистратуру и современный интерьер. Мама твоих детей Ирина Сидорова больше всего ждет организации раздельного потока для маленьких пациентов. То есть после открытия поликлиники здоровые и заболевшие инфекциями дети будут приниматься в разное время. Ну да, это, конечно, хорошо, потому что приходишь чисто на прививочку, а тут больные детки сидят, конечно, уже ребенок твой заразится. Может, это сразу. Потому что там и кашель, инфекция, все распространяется быстро очень. На ремонт поликлиники выделено 3 миллиона рублей. Преображение медучреждений входит в реализацию нацпроекта здравоохранения. Виктория Чиркова, Даниил Сурков, новости Улправда ТВ.